кратчайшие же сроки пытаются устранить коммунальную аварию, которая произошла в поселке Рудногорск Нижнеилимского района. Из-за прорыва на теплосетях без отопления остались более 1300 человек. Стоит отметить, что в населенном пункте это уже второе ЧП за сутки. Утром 2 декабря была обнаружена течь на подкачивающей станции котельной. На следующий день, после того, как неполадки устранили, произошла еще одна авария. Но уже на теплотрассе. На этот раз устранить прорыв оперативно не вышло. Все потому, что деформация трубы произошла на глубине 4,5 метров. Работы по ликвидации аварии сейчас идут полным ходом. Однако за 12 часов коммунальщики до трубы через промерзшую землю так и не добрались.